Вот Зайка. Зайка, зайчик, ты где? О, зайчик. Тут я. Зайчик, слышал, что бегемот люди задумали? Да-да, слышал, слышал. Надо Новый год от них спасать. А как спасать? Да очень просто. Давайте, ребята, мы с зайчиком нарядим сейчас Новым годом. Давайте? Иди, зайка, сюда. Сейчас у меня тут вот веселый гномик мне принес вязку такую новогоднюю. Вот смотрите, прошлогоднюю. Ну-ка, держи. Я в ней выступал в прошлом году на карнавале. Вот, зайка, сейчас мы тебе ее наденем. Ушки твои спрячем. Вот, отлично. Зайка у нас будет в этой завязке перед бегемотом бегать. Туда-сюда, туда-сюда. Бегемот ведь никогда не видел Новый год. Вот он тебя, зайка, за него и примет. Только смотри, в лапы ему не попадись, ладно? А то он тебя быстро раскусит. Ой, а что значит раскусит? Ну, это так говорится. В общем, зайка, смотри, у меня вот тут есть мешок. Он как будто у нас с подарками будет. Ребята, похож как будто там подарки? Да, похож, отлично. Вот. Бегемот, когда придет, будет подарки вытаскивать, чтобы тебя туда посадить. Ты полезай, не бойся, пока он за зюзи будет ходить, мы тебя оттуда вытащим. Договорились? Ну все, беги, зайка. Поводи бегемота за. Давайте, зайки, помажем. А наш праздник продолжается. Ребята, кто мне скажет, год кого у нас наступает? Наступил, да? Год дракона уже. А какой год от нас уходит? Кто помнит? Да, правильно, год зайчика. Давайте сделаем так. Если я скажу дракон, тогда мы все хлопаем в ладоши. Давайте попробуем похлопаем в ладоши дракон. А если я скажу зайчик, тогда все прыгаем, как зайки на месте. Ну-ка, все попрыгаем. Зайчик. А еще, ребята, бывает год лошади. Если я скажу лошадка, тогда мы все пойдем по кругу, в правую сторону, и будем коленки высоко-высоко поднимать, как лошадки идут. Итак, попробуем, лошадка. Все идем по кругу, коленки высоко-высоко поднимаем. Идем, идем, идем. Замечательно. А еще, ребята, бывает год змеи. Если я скажу змея, тогда мы все поворачиваемся в другую сторону. И вот так вот ручками делаем, как будто змейка ползет. Ну-ка все попробуем вот так. И идем по кругу. Уже в другую сторону.